В Одинцовском округе создан самый большой коечный фонд в Московской области – всего 2747 мест. Только на территории временного госпиталя в Кубинке оборудованы 1420 коек. Три сектора предназначены для выздоравливающих пациентов с коронавирусом. 27 мая открылся еще один павильон, где будут лечиться пациенты в состоянии средней степени тяжести и тяжелом. Для них предусмотрено 200 коек с кислородом и 20 реанимационных с аппаратами ИВЛ.